Семена цини изящной арт-дека. Арт-дека высевают в контейнеры для рассады в первые дни марта. Переносить сеянцы или высеивать посадочный материал в открытый грунт можно только после наступления стабильно теплой погоды, начала июня. Растению нужны защищенные от ветра, хорошо освещенные места. Почву готовят заранее, вносят питательные смеси и рыхлят. Кусты высокорослые, мощные и ветвистые. Цветение длительное, июль-октябрь обильное. Цветы цинии арт-дека крупные, разнообразного контрастного окраса, темно-красный, розовый, лавандовый. Растения выращивают в групповых посадках и для срезки. Цветы в букете долго остаются свежими и яркими. Цинния изящная арт-дека – это однолетнее растение. Цинния прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. В качестве места выращивания цинии прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает цинния изящная арт-дека в месяц июнь-август. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.